Привет, ребята, с вами Игорь Орешников, и сегодня я хочу показать вам небольшую секретную технику специально для Bridge Reflex. Я называю ее виселица. Эту позицию можно использовать из разных положений. Я очень люблю использовать ее из закрытого гарда. Мой напарник Артем упирается в таз, мешает мне двигаться. Я прижимаю его пальцы тазом, отбрасываю сюда и проваливаю его. Закрываю позицию за его головой. После этого я начинаю вращаться на обратный рычаг. На свой правый бок, накидываю ногу. Если все идет хорошо, я сделаю просто обратный рычаг. Но очень часто Артем будет обхватывать меня и прижимать к себе, мешая мне распрямиться. Подними, пожалуйста, голову. И здесь очень как раз хорошо заходит вот такая штука. Я поворачиваюсь на свой правый бок еще сильнее. Вот эта рука уходит как можно более глубоко, как будто я стараюсь положить ее ладонью Артему на грудь. Но вместо груди Артема я беру захват на его дальнем воротнике, большим пальцем вниз. Еще раз, Артем прижимает меня. Люди не могут прижимать, опустив голову нормально. В этом случае я буду сильнее, и я ему сделаю рычаг с помощью своей ноги. Поэтому, когда мой соперник прижимает меня к себе, голова у него поднята, как правило. И мне легко просунуть ему руку вот сюда, под его голову. Взять захват большим пальцем вниз, развернуться к нему и опустить его голову, или взяв захват, или просто на воротник. Закончу таким образом удушение. Когда я пытаюсь разорвать его захват, я делаю это ногами. Как я сказал, Артем будет всегда держать свою голову высоко поднятой. Чтобы забраться и взять хороший захват, я буду использовать вот эту руку и толкать его шею от себя. Шею от себя, руку как можно выше. Заправляю сюда, и здесь я хочу подать себе дальний отворот своей рукой. Во-первых, так получится плотнее, во-вторых, так мне будет проще взять захват. Шею от себя, руку максимально сюда, подаю себе захват. Раз, большим пальцем вниз. Он достаточно плотный. И здесь мне надо только помешать ему попытаться съехать через мою голову захват, чтобы он не смог избавиться. Поэтому я разворачиваюсь к нему, и мне остается только опустить его. It's going down for it.